Что такое технический анализ? Технический анализ – это анализ ценных бумаг для выявления и прогнозирования тенденций движения цен на основе прошлых данных. В результате технического анализа генерируются сигналы о покупке и продаже ценных бумаг. Важно, качественный технический анализ помогает определиться не только с точкой входа, но и точкой выхода, целью по бумаге, а также помогает понять соотношение риска на доход. То есть вы будете понимать, в каком направлении цена будет двигаться в ближайшее время и сможете купить или продать ту или иную бумагу с выгодой для себя.